видишь мужские манишки ослепительнее женских платьев. Да. Знаешь почему? Почему? Тайд. Порошок стиральный? Флуоресцирует, поглощая ультрафиолет. Откуда ты все знаешь? Вселенная расширяется, так? Если повернуть время, Вселенная уменьшится. Хорошо. Что если я прокручу процесс обратно, чтобы понять, что произошло в начале времени? Стрелки бегут назад? Стрелки бегут назад. Черная дыра взрывается, и возникает Вселенная. Боковой амиотрофический склероз. Боюсь, тебе осталось года два. А с мозгом что? Мозг не пострадает. Будешь думать, как раньше. Но только никто не узнает, о чем. Сейчас же вставай, иначе я больше не вернусь. Никогда. I wish someone take my place. Будет очень тяжелое поражение. Вы думаете, что я совсем не похожа на сильного человека? Но я люблю его, а он любит меня. Мы все будем бороться с болезнью вместе. Удачи. Блестящая, Стивен. Выдающаяся теория. За дорогого доктора Стивена Хокинга. Больше не заговорит. Не обсуждается. Меня зовут Стивен Хокинг. Американский акцент. Это проблема? Никогда не знаешь, где будет сделан великий прорыв и кем. Не должно быть предела дерзанием человека. И какой бы ужасной ни казалась жизнь, пока есть жизнь, есть надежда. Вселенная Стивена Хокинга. Miramax Films. Сумасшедшие не гадают, спят ли они или нет. Да. Конечно. У них есть дела поинтереснее. От режиссера фильма «Влюбленный Шекспир», получившего премию «Оскар». С днем рождения. Тед. Верится с трудом. Мне тоже. Она выросла в тени гения. Берись за дело. В твои годы я уже написал свою лучшую работу. Но разум его помутился. Папа, что ты тут делаешь? Думаю. На морозе? После него осталась тайна. Надо просмотреть бумаги твоего отца. Там ничего нет. Там 103 тетради. Я готов просмотреть каждую страницу. А ты? Ни за что. Давно ты об этом знаешь? Мы нашли сокровище. Все газеты мира захотят взять интервью у того, кто нашел эту тетрадь. Он не мог. Он этого не писал. Я не верю, что ты похоронишь это. Ты ничего не вынесешь из этого дома. Чего ты хочешь? Ты надеешься сам что-то опубликовать? Под именем твоего отца. И если ты чувствуешь себя хорошо, к нам вечером придут люди. Ты думаешь, я как отец? Думаю, ты унаследовала не только часть его талантов, но и его склонность к неуравновешенности. Я боюсь, что стану как папа. Ты не он. А может, стану такой же? Может быть. А может, и лучше. Ты абсолютно здорова. Что происходит? По роману, получившему Пулитцеровскую премию. Прекрасно выглядишь. Мне не очень идет. Очень идет. Лауреат премии «Оскар» Гвинет Пелтроу, Джейк Джилленхол, Хоуп Дэвис и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс. Доказательства. Смотрите на экранах. Наше наследие не в количестве нулей на банковском счете, а в близких людях, что нас окружают, и их воспоминаниях о нас. Генри, напомни, почему ты до сих пор не в школе для одаренных детей? Потому что психосоциальному развитию больше способствует общение с ровесниками в условиях стандартного обучения. Ах, да. Эй, Сьюзан, может, удобнее деньги сразу на счет переводить? Не знаю, я спрошу у Генри. Ему же всего 11. Сегодня ведомости с банка должны были прислать. Да, забыла тебе отдать. Не представляю, как ты одна со всеми справляешься. Да ладно, у меня есть Генри. Покажи мне хоть одного мужчину, который был бы ответственнее его. Да я бы рада. Это история обо мне, моем брате, маме и соседской девчонке.
Генри и Питеру очень с вами повезло. Твоему отцу тоже с тобой повезло? Отчиму. Что с тобой? Ничего. Мам, нам надо поговорить. Это очень важно. Кристина в беде. Когда один человек делает больно другому, его надо остановить. Есть только один выход. Я хотел сам все сделать, но это невозможно. Наверняка есть другой способ помочь Кристине. Почему нет другого способа помочь Кристине? Этим летом. Мистер Сиклман, комиссар полиции, и без неоспоримых доказательств я не стану публично его дискредитировать. Хорошо, я согласна. Наоми Уоттс. Мам, здесь все, что тебе понадобится. Не бойся, я буду рядом. Джейкоб Трембле. Я знаю, что ты сделал. У Генри есть доказательства. И кого из нас поверят? Мы должны идти до конца. Только, пожалуйста, не паникуй. Я не паникую. Мы должны все исправить. Книга Генри. Режиссер Колин Тревороу. 16 июня. Расскажи мне историю. Ладно, о чем? Обо всем. Обо всем? Хорошо. Вначале это была просто идея. Четкие доказательства изменений. Мистер Дарвин, ваша теория весьма убедительна. Она должна была выдержать проверку на веру. Это все меняет. Люди потеряют веру в Бога. Но даже если не брать это в расчет, это разобьет сердце твоей матери. И в результате... Это твои мысли, Чарльз, а не мои. Разделила весь мир. Ты объяснил происхождение нас как вида. Ты убил Бога, сынок. Тебе все равно, что, возможно, ты разлучил нас навеки. Конечно, нет, не все равно. Он делает слишком дерзкие выводы. Я вижу, что вы не сторонник религии, но у вас есть вера. У тебя есть враги. Ну и друзья у тебя тоже есть. Я обязан своим детям смелостью моих убеждений. Я назову свою книгу «Происхождение видов». О Боге в ней речь не пойдет. Я закончу. Я думаю, что книгу нужно уничтожить. Сначала прочти. Пол Беттани. Есть величие в этом воззрении. Обладательница премии «Оскар» Дженнифер Коннелли. Из такого простого начала развелось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и изумительных форм. Происхождение. Что видишь? Песок. Представь, что мы способны разглядеть каждую песчинку. Каждую частичку. Во всем есть закономерности. Интегралы? Бесконечные ряды. Никогда подобного не видел. От индийского необразованного служащего в Мадрасе. Буду премного благодарен за любой совет. Тебе письмо. Похоже, из Англии. С уважением, С. Рамануджан. Что означает «С»? Сам у него спросишь. Хочешь его сюда пригласить? Правдивая история о необычайном гении. Не забывай меня. Ни за что. Вы случайно не Рамануджан? Не пугайтесь. Величайшие знания исходят из самых скромных источников. Ради нас всех вам стоит ходить на лекции. Но я приехал публиковаться. В письме была лишь малая часть моих открытий. На это уйдет целая жизнь. Возможно, две. Нам нужны доказательства твоих работ. Но в них все верно, сэр. Я не закончил доказательства. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Подобные фокусы на моих лекциях недопустимы. Пошел вон! Откуда ты знаешь эту теорему? Она мне явилась. Я не знаю, что это за шаги, что вы от меня требуете. Куда собрался? Это наш дом. Вы хоть представляете, от чего я отказался, приехав сюда? У меня ничего нет.
Маловероятная дружба. Вы хотели знать, откуда у меня берутся идеи? Со мной говорит Бог. Доказательств нет, и мы должны поверить ему на слово. Нет, вы должны поверить мне. Смутное время. Почему ты этим занимаешься? Потому что должен. Некоторые пути не имеют границ. Нет доказательств, способных определить исход в сердечных вопросах. Мы лишь исследуем бесконечность в поисках абсолютного совершенства. Я многим вам обязан. Нет, нет. Это я у тебя в долгу. Человек, который познал бесконечность. Ваш сын удивительный молодой человек. У него больше общего с Эйнштейном, Моцартом и Пикассо, чем с нами. Ты другой. Рано или поздно это начнет пугать людей. Как ты стал финансовым консультантом? Финансовым консультантом. Мой отец был аудитором. У него столько примочек было, даже дурацкий карманный пенал. У меня такой же. Твой круче. Любите загадки? Тогда смотрите. Фото было сделано 3 года назад. Был замечен в Тиране, Тель-Авиве, Неаполе. Парень рискует жизнью, составляя отчетности для самых опасных людей планеты. Наркобароны, торговцы оружием, черные финансисты, убийцы. Только подумай, какие секреты его доступны. Кто ты такой? Мне трудно наладить общение с людьми, даже когда я хочу этого. Кое-кто ищет тебя. Мои клиенты могут быть очень опасны. Почему они тебя преследуют? Ты же консультант. Вступишь на этот путь, обратной дороги не будет. Обратись в полицию. Полиция тут не поможет. То есть аудитор? Не совсем. Идет война, и до победы далеко. Скажите кому хоть слово о том, что я вам покажу, вас казнят за государственную измену. Какая красота. Это лучшая шифровальная машина в истории. Немцы используют ее на всех линиях связи. Считается, что Enigma взломать невозможно. Когда попробую я, узнаю наверняка. Мистер Тьюринг, вы в курсе, сколько людей из-за нее погибло? Нет. 3. За время нашего разговора. Основано на реальных событиях. Господа, это мистер Тьюринг. Значит, будем работать вместе? Боюсь, они будут меня только тормозить. В колледже вас все любили, да? Нам не хватает людей. Значит, найдем еще. У вас 6 минут на это задание. Это вообще возможно? Нет, я делаю за 8. 5 минут 34 секунды. Вы велели закончить за 6. В чем именно наша задача? Раскрыть нераскрываемый шифр нацистов и выиграть войну. Чтобы устранить величайшую в мире угрозу. Знаешь, чтобы строить из себя непризнанного гения, надо прежде всего быть гением. Я создаю машину, которая позволит расшифровывать все сообщения. Каждый день. Мгновенно. Им придется создать первый в мире компьютер. Тебе не помешает любая помощь. Они не станут тебе помогать, пока ты мне нравишься. Вы расшифровали хотя бы одно сообщение? Вам никогда не понять значение того, что я пытаюсь создать! Наше терпение истекло. Нет! Если уволите Алана, придется уволить и меня. И меня. И меня. Надеюсь, оно сработает. Смотрите осенью. Алан, ты не обязан работать в одиночку. Вы что делаете? В чем дело? ВМФ считает один из нас советский шпион. У тебя больше секретов, чем у них всех. Что, если она меня просто не привлекает? Никому не рассказывай. Это преступление. Только тот, кто хранил секреты, смог раскрыть величайшие из них. Я всего лишь математик. Порой лишь тот, кто вроде бы ничего из себя не представляет, способен на такое, что никто не в силах себе представить. Бенедикт Камбербэтч. Кира Найтли. Игра в имитацию. Автор сценария Грэм Мур, режиссер Мортем Тильдум. Не хочу я туда идти. Я могу и дальше дома учиться.
Мне больше нечему тебя учить, и мне надоело спорить до умопомрачения. Что это такое? Не знаешь? Вот тебя в школе и научат. Доброе утро, мисс Стивенсон. Кто знает, сколько будет 3 плюс 3? Все знают, что 6. Мэри, пожалуйста, встань. Ты знаешь, сколько будет 57 умножить на 135? Ладно, кто? 7695. Квадратный корень 87 и 7 десятых с мелочью. А что такое умопомрачение? От режиссера фильма «500 дней лета». Мне кажется, у вас одаренная племянница. Мой близкий друг – директор Академии Оукс для одаренных детей. Нет, я обещал сестре, что у Мэри будет нормальная жизнь. Она будет учиться здесь. А кто это у нас на пороге? Это твоя бабушка. Ох ты ж мать! Это MacBook, милая. Зачем приехала? Ты лишаешь девочку потенциала. Она решает задачи из высшей математики. Вы просто забыли минус в степени. Мэри, почему ты промолчала? Фрэнк говорит, старших поправлять нельзя. Выскочек никто не любит. Мы просим суд предоставить моей клиентке полную опеку. Нет! Нет! Ты ее заберешь и засунешь в какой-нибудь НИИ, где она до конца своих дней будет обсуждать нетривиальные нули с кучей старперов. Лучше похоронить ее талант? Эвелин, хватит! Я воспитываю ее так, как того хотела Диана. Весной. Если девочку заберут, я тебя во сне придушу. Моя сестра хотела, чтобы у Мэри было детство, чтобы у нее были друзья и счастливая жизнь. У вас есть медицинская страховка? Нет. Вы провели ночь в тюрьме? Протестую. Чего ты больше всего боишься? Испортить Мэри жизнь. Мэри! 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 Не, с ней не поспоришь. Это точно. Он хороший. Он меня любил до того, как я стала умной. Одаренная. Крис Эванс, Маккена Грейс, Линдси Дункан и другие. Спутник-шпион. Что он снимает, мы понятия не имеем. Что это за космическая программа, которая до космоса не добралась? Отправляй нас наверх. Из-за этой колымаги мы все останемся без работы. Тогда иди пешком 20 километров. Или на автобусе на местах для черных. Мы отправляем человека в космос. Если будем торопиться, он сгорит при посадке. Нужны вычисления, нам еще недоступны. Найдите мне математика, пока русские не воткнули свой флажок на Луне. У вас есть документы? НАСА, сэр. Не знал, что у них. В космической программе тоже работают женщины. Группе испытаний нужен математик. Возьмите Кэтрин. Она с цифрами на «ты». Там никогда не было цветных. Вы что, смеетесь? Это мусор со вчерашнего дня. Простите, я не убор. Вы должны быть инженером. Я не гретянка. Несбыточные мечты не для меня. Я стою под космической ракетой. Куда уж несбыточней. Система обработки данных IBM. Надо уметь программировать ее. Отлично. Это Джон Гленн. А вы чем занимаетесь? Расчетом ваших траекторий. Да, без цифр нам никуда. Перестань пялиться на белых мужиков. У нас свободная страна. Имею право любоваться любым цветом. В НАСА не назначают женщин на должность инженера. Как только мы вырываемся вперед, я хочу присутствовать на совещании. Женщины не допускаются. Они отодвигают финиш. Скажите спасибо, что вас вообще взяли. Даже не представляю, справлюсь ли я там. Кэтрин, никто не делает расчета лучше тебя. Ты там будто целый месяц сидела. Мне тоже так показалось. Вас вечно нет на месте. Где вы постоянно шляетесь? Туалет для цветных в километре отсюда. Мы идем к успеху либо все вместе, либо никак. Более 50 миллионов человек следят за запуском. Джон, компьютер ошибся. Пусть девочки пересчитают. Мои девочки готовы сделать это. Полковник Гленн. Рад, что НАСА использует силу человеческого интеллекта. У Дружбы-7 возникли некоторые технические проблемы. Снаружи огненный шар становится жарковато. Это главная битва нашей жизни. Дружба-7, как меня слышите? Прием.
Джон Нэш был одним из выдающихся умов своего поколения. Добро пожаловать в Принстон. Кто из вас станет новым Эйнштейном? У меня появилась совершенно уникальная мысль. Только так я смогу заявить о себе. Только так я чего-то добьюсь. Он видел мир. Где Нэш? Вон там. Ищет свою уникальную идею. Таким, каким никто его не представлял. Вы бросаете вызов теории, которой 150 лет? Поздравляю, Джон. Это достижение всей жизни. От продюсера Брайана Грейзера и режиссера Рона Говарда. Интересно, профессор Нэш, вы поужинаете со мной? Вы же едите, верно? Как велика Вселенная? Бесконечно. Почему ты в этом уверен? Не знаю, я просто верю. Я думаю, это уже с любовью. Выдающийся дар. Что я могу сделать для Министерства обороны, который разрывал его? Вы лучший дешифровщик, которого только встречал. Ты оказал огромную услугу стране, сынок. Его мозг был готов. Забирайся. Да что это с тобой? Расстаться с реальностью. Кто-нибудь, помогите. Джон, открой дверь. Поговори со мной. Скажи, что случилось. Этого не было. Это не то, о чем я думал. Я не уйду. Хватит. Вы никогда не выпутаетесь сами. Почему нет? Скажите, почему? Мне необходимо верить, что невозможное может произойти. DreamWorks Pictures, Universal Pictures и Imagine Entertainment представляют. Помоги мне. Путь одного человека к величайшему из открытий. Хочешь знать, где настоящий? Вот настоящий. Обладатель Оскара Рассел Кроу. Обладатель Оскара Эд Харрис и Дженнифер Коннелли. Возможно, это хорошо иметь глубокий ум, но гораздо важнее иметь рядом любящее сердце. Игры разума. Снятый на основе биографии Джона Форбса, Нэша-младшего.